Всем привет! Добро пожаловать на распаковку бумажных сюрпризов. Но перед началом этого видео обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. Сегодня, как я и обещала, я передам приветы всем тем людям, которые написали мне в комментариях под прошлым видео «Хочу привет». Все приветы я записала в свой блокнот. Итак, Аня с канала Юджин Алтай, привет! Полина с канала Полинка, привет! София Кут, привет! Эмина, привет, канал Якумфи, привет, канал Искра, привет, Аня с канала Анька, привет, Масо Петров, привет тебе, Настя с канала Сергей Бабанин, привет, Инна с канала Мир Бумажек, привет, Лена с канала Лен Нью, привет, и последний канал Лузис, надеюсь, я правильно произнесла, тоже тебе привет. Итак, а теперь давайте выбирать пакетики. Из коллекции чемоданы. Я хочу открыть чемодан с мячиками регби. Из коллекции Великобритания. Я хочу открыть сегодня конвертик со шляпкой. Из коллекции зоопарк. Сегодня я хочу открыть... Давайте откроем тигренка. 2022 год, год тигра, откроем тигренка. Из коллекции пазл. Два пакетика. Выберу вот такой вот розовый котики, два пакетика. Открою сегодня желтенького котика с оранжевыми пятнами. И последняя коллекция, это денежная коллекция. У нас осталось два кошелечка. Открою сегодня коричневый кошелек. Первым делом я открою котика. Разворот с котиками. Открываем котика. Одна наклеечка. И это котик со спины, вид. Он лежит на боку. Под номером 4. Следующий пакетик с пазлами. Мы собираем Стича. Скоро уже соберем. Открываем. Четыре элемента. 32. 8. Номер 7 и номер 20. Следующий пакетик. Великобритания, Лондон. Открываем разворот. И открываем пакетик. В этом пакетике у нас два сюрприза. Это чайник и чашка. Зеленый наборчик. Под номером 1 и под номером 5. Следующий пакетик – это чемоданы. Так, чемодан под номером 8. Приклеиваем его на эту страницу. Чемодан с мячиками регби. И посмотрим, какое украшение. Это ананас. Такой веселый ананас. Такой чемодан у нас получился.
Следующий пакетик – это кошелечек, денежная коллекция. Наша денежная коллекция. Так, это купюра в 50 долларов. На этой купюре изображен Стэн Пайнс из мультсериала Gravity Falls. Под номером 4 у нас эта купюра. Следующий пакетик. Это последний пакетик с тигренком. Это у нас в другом каталоге. Мой второй каталог выглядит вот так. Такой блокнотик с котами. И этот каталог я решила назвать «Ласточка». Открываем коллекцию «Зоопарк». Такое оформление. В прошлом видео нам попался поросенок и овечка. Посмотрим, что будет в этот раз. Открываем тигренка. Так, тут два сюрприза. Под номером 1 пчелка. И под номером 6 утенок. Это все на этой странице. Приклеиваем. Порвался утенок, утенок порвался. Ну ничего, мы сейчас его склеим. У утенка оторвалась голова. Да, очень печально. На самом деле, что у утенка оторвалась голова. Ничего страшного. Так, и пчелка. Это были все пакетики. Также напоминаю, что я занимаюсь изготовлением деревянных значков. Весь ассортимент вы сможете увидеть в моем профиле Instagram, а также в группе ВКонтакте. Всем всего доброго, всем пока!